Но учебный год для старшеклассников могут сократить. В Беларуси продолжается активная подготовка кодекса об образовании. Сейчас документ обсуждают законодатели с представителями заинтересованных ведомств. В течение февраля свои предложения в проект на сайте Министерства образования могли внести все желающие. Теперь задача – это обобщить. Предполагается, в частности, предоставить возможность родителям самим решать, в каком возрасте отправить ребенка в школу, выпускникам на неделю сократить обучение, чтобы лучше подготовиться к экзаменам, а факультативное занятие перенести на 6-й школьный день. У комиссии зараз вельми шмат поступая пропанов. Бывает, что до 60 пропанов от одного человека. Вот. И мы гэтые все пропановы будем передавать у рабочую группу министерства. Сами будем ставить на контроль и глядеть. И мы по максимуму все то, что рациональное, слушное, собираемся улучшить в этом кодексе. Эти предложения, они проанализированы сейчас в рамках рабочей группы, пройдут дополнительную юридическую обработку, но уже тогда мы будем их учитывать при согласовании. До внесения проекта кодекса в Палату представителей депутаты намерены еще провести серию круглых столов со специалистами. Отдельно по высшему, среднему, специальному образованию, чтобы максимально учесть все нюансы.